Район отмечает 83-ю годовщину хасанских событий. Для хасанцев эта дата имеет особое значение. Обильно полита кровью хасанская земля. Десятки братских могил находятся в окрестностях озера Хасан. Подвиг героев увековечен в названиях населенных пунктов, улиц и пограничных застав нашего района и Приморского края. Память о них вечно будет жить в наших сердцах. Памятные митинги, тематические встречи и концерты состоялись в Пасьете, Гвоздево, Барабаше, Безверхово, Зарубино и Краскино. В Славянке митинг памяти состоялся 5 августа. По традиции на Центральной площади собрались представители общественности, районной и поселковой администрации, ветераны, местные жители и школьники. Побывала на этом событии и наша съемочная группа. Здесь прах отца покоится и брата, здесь матери вздыхают. Это он. Да, это он дошел до Дня Победы под ярким светом ленинских знамен. И человеку, ставшему легендой, приносит наш народ земной поклон. Земной поклон и вечная память. В этот день вспоминают всех участников боев на Хасане, отдавших жизнь за нашу родину. 83 года, как прошли кровопролитные бои на озере Хасан. Но память о героях с годами не угасает. Хасанские события – это не просто историческая дата. Это наша жизнь, это наша история, это то, что в каждой капельке крови истинного жителя района. Священная память о них, несмотря на уходящие годы, останется в сердцах десятков тысяч людей. Благодарные потомки всегда будут склонять головы перед памятью тех, кто отстоял Хасан. Мощь, силу духа, скорее всего, мужество и стойкость наших воинов Красной Армии, что сыграло большую, одну из, наверное, важных ролей того, что милитаристская Япония параллельно с фашистской Германией вступила в войну с восточной стороны наших границ Советского Союза. Ценой многих жизней наши отцы и деды отстояли нашу землю. Сегодня мы знаем, что в честь них названы многие улицы городов Российской Федерации. Мы сегодня чтим память о них и никогда не забываем. Хочу пожелать нам всем мирного неба и всем счастья и здоровья. Вечный огонь, почетный караул от воспитанников клуба «Держава» и минута молчания. Все в память о подвиге героев Хасана. Абсолютно все, что знают о хасанских событиях, о Великой Отечественной войне, о современной жизни, чтобы дети были научены всему. Поколение наше новое, которое сейчас растет, обязательно должно знать. Памяти не будет и ничего. Памяти не будет и ничего. Это очень хороший праздник, конечно, для всех. И для молодых, которые учатся, и наше поколение, которое вспоминают. Сразу после митинга для жителей Славянки состоялся концерт ансамбля «Песни и пляски» пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Вспоминаются чаще родные места, нежных писем ночной разговор. Мы уносим с собою в дозор, как солдату нужна этих строк доброта. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.